Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 72, упражнение номер 283. Решаем первый пример. 200 разделить на 2, умножить на 540 плюс 460 и разделить на 10. Сначала будем выполнять действия в скобках. 500 плюс 400 получится 900. 40 плюс 60 получится 100. 600, 900 плюс 100 получится 1000. 200 разделим на 2, получится 100. 1000 разделим на 10, получится 100. 100 умножим на 100, получится 10 тысяч. Решаем второй пример. В нем скобок нет. 200 разделить на 2 умножить на 540 плюс 460 деленное на 10. И здесь мы сначала 200 разделим на 2, получится 100. 540 умножим на 100, получится 54 тысячи. И 460 разделим на 10, получится 46. 54 тысячи плюс 46, получится 54 тысячи 46. Третий пример решаем. 200 разделить на 2, умноженное на, в скобках. 540 плюс 460 деленное на 10. Сначала выполняем действие в скобках. 460 делим на 10, получается 46. 540 плюс 46 получается 586. 200 делим на 2, получается 100. 100 умножаем на 586, то есть приписываем 2 ноля, и получается 58 600. Примеры второго столбика решаем. 1200 минус 200 деленное на 40, умноженное на 5 и умноженное на 5. Сначала будем выполнять умножение деления по порядку. 200 разделим на 40, это получится 5. 5 умножим на 5. 25. И умножим 25 на 5, получается 125. Теперь 1200 вычтем 125. 200 минус 100 – это 100. 100 минус 25 – 75. 1075. Второй пример этого столбика. 1200 минус 200 деленное на, в скобках, 40 умноженное на 5 и умноженное на 5. Сначала будем выполнять действия в скобках. 40 умножаем на 5, получается 200. 200 делим на 200, получается 1. 1 умножаем на 5, получается 5. И 1200 минус 5. 200 минус 5 – это 195, получается 1195. И последний пример в скобках. 1200 минус 200 деленное на 40, умноженное на 5 и умноженное на 5. Сначала мы будем выполнять действия в скобках. 200 разделим на 40, получится 5. 1200 минус 5 – это 1195. 1195 умножим на 5 и умножим еще раз на 5. Это получится 29 875. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.